Так, кто ты такой? Чего расскажешь хорошего? Непонятный воин. Вовка вертолет. Мое терпение на пределе. Да. Чем могу вам помочь, Вовка вертолет? Вернуть предмет, автомат долговца. Я по пустяку поругался с проводником, который не желает меня вести к сталкерам. Говорит, что со мной и общаться больше не хочет, а одному идти по зоне себе дороже. У сталкеров я оставил свой ствол, когда ходил к нему на прошлой неделе. Мы праздновали новое звание нашего товарища. Ну, выпили немножко, как же без этого. И в тот вечер дошли до казармы. Еле-еле. Меня приволокли, а про автомат мы забыли. Наемник принес мне мой ствол, наемник, принеси мне мой ствол, а то я без оружия и не солдат, как-то вроде. Мир! Не вопрос. Пойдем за столом. Пойдем. Вот это что ли? Вступи в долг. О. Спаси своих родных. Тут вообще недалеко. Горку перемахнуть. Я ж оттуда только пришел. А что тут такое? Непонятное сооружение. Канализация какая-то. А, это та, что ли? А, можно вот так? Не-не-не. Понятно. Так, подождите. Да, все правильно. Мы верим в нашу победу. Ствол спрячу. А где? Автомат. Который надо принести. Где-то тут. Бухал, говорит, пропил свое оружие. Так-то вот. Наверху, что ли? Внизу. Вовнутрь, наверное, попасть. Ну, явно не через окошко. Ой-ой-ой. Подлечимся. Где ты свой автомат оставил? Ага, вот так вот где они бухали. Что ж такой запыханный? Где автомат-то? Моё не понимать. Так, ну по карте написано, где тут автомат. О, стоп, стоп. Что было? Опускать ящик. О, вот он. Забираем. Все, пацаны. Нашел я автомат. Пойдемте отнесем. Хорошему человеку чего бы не помочь. Правда, уже стемнело, пока я искал этот автомат-то. Бегаю тут, понимаешь, батрачу на них. Где ты, родной? Давайте автомат отдам. Как жизнь? Нормально. Чем могу помочь? Да. Что делать? Так, вот я вернул то, что ты просил. Спасибо.
Чем могу еще помочь? Все. Получить награду. Выход. Ладно, бывай. Пойдемте награду получим. Смертельным аномалиям, опасным мутантам, а также анархистам и бандитам не остановить долг. Мы победоносной поступью идем на помощь гражданам всей планеты. Есть что-то для меня. Отлично. Все. А если тебя в морду за это, ты и дальше хамить будешь? А если я сейчас парней свистну, ты не обделайся, а? Нет, ты меня сейчас так и доведешь. Я сейчас свистну, ребят, они тебе популярно бесят, что почем, а? Тут никто, и звать тебе никак. И нарвешься сейчас так отделают, что дорогу все забудешь. А вообще все забудешь, станешь как зомби, понял? Блин, да что ж так везет на всяких уродов, а? Ну, ни дня не это, чтобы какая-то сволочь по-моему не обкатила. А я, блин, работаю тут. Я, блин, делом занимаюсь. Только 300 лет... 300 лет у меня такая тревога. А торговля нужна. Если каждый день с козлами всякими разговаривать. Чем ты занимаешься в свободное время? Это, между прочим, пределе. Так что свободного времени у меня нет. Ни на что. Особенно на разговоры с лопухами вы тебя. Не работаю на работе я, на службе, понял? И все наши тоже. А если тебе особая культурная программа нужна, так вали на базу свободы. Или еще куда подальше. А тут девочек и дискотек по ничем не бывает. Есть что-то особое в продаже. Ты совсем слепой, да. Для особого одаренных поясню, что видишь, то и есть в продаже. Тут тебе ни ЦУМ, ни ГУМ, ни супермаркет, чтобы товаром перебирать. Надо что-то, заплати, взял и тихо свалил. Не надо, вообще остальное приходи, нечего попусту мое время тратить. Блин, приходят козлы, зажравшиеся. То им покажи, то им и поднеси, про все объясни, будто я ему должен. Выше надо быть, понял? Теперь ты вообще дерзкий тип. Ты меня покидаешь? Боже, какое счастье. Да ты вообще дерзок. Так. Ох-ох-ох, патроны вижу. Вот это вот неплохо. На винтарь патроны. Я, наверное, куплю. 1000-7000. Хотя, ладно, пока не будем. Мне на костюм собирать. Ладно, чё ещё у кого есть? Вон там какой-то лопух сидит. Пойдёмте пообщаемся, что ли, с ним. А как к нему попасть? Электрический ток. А, это проводник, наверное. Ну, типа, я спрашиваю, может, еще кого, что есть какое-то задание. Чем могу помочь? Вернуть предмет, кейс долговца. О! Наемник, когда в подземелье начали появляться монстры, нам пришлось оставить свои позиции и отступить. Но там остался мой кейс, в котором лежат ценные для меня вещи. Оружие, патроны, медикаменты, детектор. Все это пришлось оставить. Тогда нужно было быстро отходить. Не до этого было. Надо было спасать тебя. Помоги достать кейс. Да вообще не вопрос. Все. Так, какой-то кейс вернуть. А где кейс-то? Награду вернуть кейс долговца. Так и будешь стоять и молчать? А чё ты встал-то? Надо, приходи, не задерживайся. Где кейс долговца вернуть-то? Нет, все равно. Пока зону не сделаем, не уйдем отсюда. Правда, у нас такого нет. Так, проснемся на аномалию, пока не будем искать. Бами тут людей стол.
Так, значит, надо в подземелье нырять, да? Подземелье, насколько я знаю, вон там. Ну, пойдем. Да. Где-то тут в подземелье кисть он оставил. Если с дрободанчика. Там еще одна летает. Не аномалия, а мутантика какого-то огненного. Так, давайте вот этого вольнем. Умойся кровью, мразь. Ты тут не будешь. Хорош. Так, по всей видимости, вот там какой-то кейс. Пацаны уже. Сорвался как-то на базе у свободовцев, кусок шифера с крыши. Зашибло кого-то. Как всегда, собралась куча народу. Все сочувствуют, ну да, это же легче, чем шифер нормально прибить. А, вот, вот кейсик. Не повезло мужику. Потом пригляделись. Кейс долгов. А то не мужик, а зомби. Прямо на территорию забрел. И что думаете, а вот стали они за голову хвататься и посты усиливать? Да сто лет ему ванда, ты вот такая борода. Стали еще сильнее убиваться. О. Еще оружие с прошлого раза осталось. Че тут стал? Двигай. Рванули! Не бежим, не бежим! Куда это вы собрались-то? Че нет? Так, пойдемте зайдем к стрелку опять. Там, по-моему, что-то еще оставались стволы. Тайник стрелка. Или же ничего нету. Пока. Все, нет ничего. Ладно, кейс я нашел. Можно возвращаться. Группа моя. Ходить не боитесь. Мужик смеется. Я вот. Аномалии я поперебил. Вот, тебе стало получше. А то огнем, понимаешь, тут жарили. Зачищаем зону от всяких мутантов. Так.
Пойдемте отдадим. Ой-ой-ой, как раз я. Я вовремя. Сейчас кейс отдадим. Внимание, все выкрытия. Приближается выброс. Повторяю, приближается выброс через 40 секунд. А, чувак уже в укрытии. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность. Нужно защитить мир от наступления зоны. Надо быстрее ныкаться-то. Чувак уже тут. Телепортируется. Ну, чего тебе? Есть что-то для меня. Все, бывай. У меня кейс есть. Переждем выброс. Что еще? Так, выброс почти... Почти все закончился. Ходят и ходят. Прямо как медом тут намазано. Все. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в долг. Пойдемте отдадим задание. Глубокая ночь. Вообще. Ничего себе тут. Я к вам зайду, ребята, сейчас. Все живы? О, вот он. Эй! Вот, я вернул то, что ты просил. Оба-оба-бар. Чем могу помочь? Ничем. Пойдемте получим награду. Вот это темнота. Где мои бабки, что ты? Мудак. Что? Уничтожено! Все. Уходишь? Ну, наконец-то. А ты тварь, ненавижу тебя. Только из-за тебя в долг не буду вступать. Так, а, вот он, вот. Слушайте, ты там видел прикольных чучело. Чучело. Ящик. Взять все. Блин, ты. Убери свою пушку, тогда и разговор будет. Какую пушку? Ха-ха, прикольно. Собаки. Просто бешеная собака. Еще какая-то одичавшая собачка. Кабанчик. Можно поразглядывать. Так. Плоть. Ха-ха. Прикольная плоть. Киса. Чудо эту ирис я вообще ни разу не видел, кстати. Есть что-нибудь такое? Есть задание какое-то для меня? Зачем нужен этот зверинец? Как говорится в одном старом кино, поищем убийцу насекомого, изучи его. Не помнишь? Там еще такие тараканы и переростки были, что ли. Вот так и здесь. Новичку, прежде чем он в чистом поле хотя бы со слепой собакой встретится, надо эту собаку в клетке показать, чтоб штаны стирать не пришлось. А так он к ней примастится, повадки малости изучит, и потом при реальной встрече завалит без особой дружбы как в руках. С другими тварями также, ну и по большому счету с развлечениями в зоне не густо, а тут бесплатный цирк уродов. Кто ловит зверей для тебя? Раньше самому приходилось добывать, мороки-то было, мороки. Пару раз чуть в ящик не сыграл, а потом ребята потихоньку подключились.
Это ж опыт как какой, да интересно многим. И в баре потом можно козырять, мол, ты такую-то и такую тварь завалил, а я их живьем взял. У меня тут недавно пара тушканов окочурилась. Ну, вызвались бытчики, двое молодых. Они, представляешь, повязали на шнурке кусок мертвечины, подобрались к тушканам, ну и давай подманивайте. Почти все грамотно сработали. Один подманивал, другой очередями лишних отсекал. Словить-то словили, стали уходить только, стая за ними ломанулась. До базы парни добежали, как олимпийцы, а тут уж наши огнем помогли. Каждый герой в себя потом не меньше бутылки влил. Что можешь мне предложить? Дурвантом месте тайник, это можешь быть спокойно, что еще не выкрыл. В подземке под лестнище. И сколько это будет стоить? Не, не интересно. Ладно, бывай. Я бы тоже поохотился. Инквизитор. Товарищ инквизитор. Гитару я заберу. Кстати, я ж могу поиграть на ней. Полтора килограмма этой гитары весит. Ну все, заданий у них больше нету. Что очень печально. Так. Еще одного нашел все-таки. Чем могу вам помочь? Вернуть КПК с секретной информацией. Наемника, меня на свалке ограбили бандиты. Забрали все, что было. Деньги, оружие, патроны и все медикаменты. Но самое главное то, что за всем этим забрали мой КПК с информацией. А расположение группы бандитов на свалке. Я понесу Красолову эти данные, а он меня фэшотка сотрет. Помоги вернуть КПК. Да, не вопрос. А что мы шли тогда? Шли лагерь в отличный блокпост. Так, нет, давайте нам КПК. Награду могу получить. На свалку надо топать. По дороге. По темной дождливой дороге. Ни черта не видно. Еще и под дождем. Я отправился за КПК. По темноте как-то ходить не очень. Там распогодится когда-нибудь. Сюда запрыгнуть, интересно. О, дочь угомонился. А чё я с гитарой-то пошёл? Хотел её скинуть. Редко куда-то сваливает. Тут же на свалочку. Собачку положили. О, это я пополню. Сталкер, запасы. Оружие за спину. Нифига. Никакого оружия. Слишком тут опасно ходить. С оружием. Выходим. Так, тут дождя уже нету. Все равно это темень. Угнетающая темнота. А там кто? Сталкеры. Убери свою пушку, тогда и разговор будет.
звідти. Так, ага, сюди куди-то. А, я там обходив. Бей! Я вообще не понял. Ты не хочешь? Это за что? Надо валить из этих. Кого тут завалили-то? Рано расслабляться. Идем. Так ощущение, что тут все свобода побежала. Да-да-да, свобода побежала. Свобода с долгом решила повоевать. Так. Пока они воюют, я зарабатываю деньги. Блять! Ищи бандюки. Слушайте, тут как какая-то вообще реально заварушка. Шухер, пацаны! Держи аптечку. Ой-ой. Твою! Слушай, че это за ствол-то будет? Тут выбросить. Что это? СГИ-5. Ну-ка, что за стол-то такой? Ну что, ждем еще на что? Нифига узнает. Шухер уехал. Состояние, точность относительно этого. Ха, пацаны себя убили. Так, пацан, держи-ка, наверное, калаш. И пистолет тоже держи. Гранат! Да, блин, вы затрахали гранатами кидаться. Все, всех положили, бандюков-то. Так, я тут немножко у вас заберу лишнее. Так, перегружен пистолет, скинуть. И все, нормально. Пойдемте к бандюкам-то. Побарыжим. Хотя бы стволы просто скинуть у них. Я думаю, они меня-то не завалят. Запыхался, слышите? А что за стволы? Все стволы хороши. Скину. Вон там ящики, я знаю, есть. Вот. Так. Кину гитару. Пистолеты. Этот ствол. Хороший. За сколько ты возьмешь вообще? Заходи. Ну что там у тебя? Ну вот. Нехило побарыл. Почем? 44 косаря. Ты че, вообще не у памяти, что ли? Бронька есть хорошая. 12 тысяч. Надо вас валить от... Да выселять. Типа сталкеры, мы крутые! А, я положил этих. У меня бебихи с голодухи в узлы. Темп стрельбы меньше. Состояние круче. В принципе, если этот улучшит, то уже неплохой мой ствол. Ладно, нам одного хватит. Да, такой неплохой замес, кстати, был.
Так, нам куда топать-то? Сюда, сюда. Там опять кто-то воюет. Бандюков валят. Все хорош. Я свой, смотрите, меня там не шмалите. Вот и все. Дышим глубже. Ты это, не безобразничай. Свобода, ведь. Спрячь, а? Не, пацаны, ствол я не спрячу. Да им я по делам вообще бегу. Темновато тут, явно. Так, парень, оружие спрячь. Ну, ладно, так уж и быть. Так. Патроны какие-то. Так, КПК опять где-то, наверное. Ты ящиков непонятных. Ага, о-о-о. Так, КПК есть несколько записей, которых понятно, что он принадлежит долговцу. Вся остальная информация хорошо зашифрована. Спокойно. Чем могу помочь, сталкер? Что-то может мне предложить, чем я могу помочь я вам. Суть. Ладно, пошли отсюда. Время до... Ну вот и все, КПК мы нашли. Мы возвращаемся. К товарищу сталкеру. Ночкой темные поделали все квесты. Можно портануться, интересно. Да, там резня такая нехилая была. Свобода против долга. Долг против свободы. Еще и бандиты против долга и свободы, по-моему. Хотя не знаю. Насчет свободы не уверен. О, вот теперь я соберу с вас все остальное. Оружия лишним не будет. Там толкнул. Я перегружен опять. Ну, ладно, тогда ствол тебе оставлю. Да, я опять. И я таки опять перегружен. А он и подкрепление прибыло. Что-то долго они шли. Все уже кончилось, пацаны. Там уже положили ваши всех. Запыхался я. Че это такое? Ё-моё! Этого-то и не хватало. Время. Снова. Все. Давайте сходимся. Кто меня куда сможет отвезти? Ну, здорово. Как жизнь? Блин, никто меня отвезти не сможет, что ли, никуда? Тогда бежим. Спидах. Вот там есть какая-то штука. А, подвал. Хотя, в принципе, я могу забежать. Наверное. Да, давайте попробуем забежать. Потому что бандюки. И
меня еще, в принципе, есть что. Баночки найдем. Два выброса за раз. Что-то их многовато, мне кажется. Вот он, я почти тут. Пацаны уже все внутри. Как к вам зайти, мать вашу? Сколько, 20 секунд? Может, перевес-то? Все, давайте вовнутрь. Ё-моё, не сюда. Пацаны уже тут все сидят. Ждем выброса. Хе-хе, прикольно сидят на самом деле. Так, а тут же барыга должен быть, да? Он тут ушел. Ладно, ждем. Все, выброс прошел. Привет, брат! Что здесь происходит? Ну, привет! Все по местам. Да. Так, мне нужен. Что такое? Что там такие? Бандюки? Бандиты. Ах ты, мать твою! Че, тут один, что ли, буду с ним сяжаться? Может, мне кто-нибудь поможет? Сейчас выключим подсветочку. Кто там еще? Хочет скандала. На тебе гранату! Давай по трошке. На, пока стол подержи. Нет, понимаешь, всех положил. Они наготове. Эй, ты пушкой-то не маши. Для разговора она не нужна. Привет, брат. Так, нужно мне столы положить сначала.
Давайте. Не ты торговец? Да, торговец, отлично. Тогда мы тебе и толкнемся стволы. Боюсь, тоже, наверное. Так, гранат для подствола ставим 1600. А что еще у нас лишнего? Патроны эти нужны. Вот эти вот. 9,18. Все. Так, и еще. Гранат, по-моему, много было. Вот, 10 косарей. Так, мне сюда. Так, давай все стволы. Че, пацаны, там ваши эти полегли? Ну хоть бы тело убрали бы. Собачка обнимается. Это собачка хорошая. Где тут еще какой-то гада завалил? Вот он. Так, ну там вижу. Хо-хо-хо, с винтарем ходил. А, это наш с винтарем. Я, подождите. Блин, все равно перегружен. На тебе пистолет свой. Так, куда нам? Сюда, опять через горку. И на базу долго. Отдаем КПК, и миссия выполнена. Плюс толкнем еще стволы. И сколько у меня будет 10? А сколько эта броня стоила, интересно, у ученого? Надо бы за артефактами сходить, а то как бы бегаю уже пол игры. Ни одного артефакта еще нету. Тут особо и не нацепишь на эту бронь. И радиация будет бомбить. Вот он. Чего расскажешь, король? Вот, я вернул то, что ты просил. Спасибо. И чем? Спокойно. Так. Чем могу помочь, сталкер? Пойдем за наградой. Грубияну. Ну и продадим ему все, что можно. Чего, мерзкий грубиян? Ну... Неужели ты меня покидаешь? Ну! Боже, какое счастье! Держи. Винтарь у меня есть свой. Чужого не надо. Мы верим в нашу победу! Верим в то, что зона будет уничтожена! Так, лимончик оставим. Мы это толкнем. Так, ну все, все остальное нужно. Торговать. Так, есть что для меня? 2000, отлично. Уходишь? Ну, наконец-то. Вот ты мразь. Так. Потом, чем могу помочь? Чем я могу вам помочь, уважаемый? Вернуть предмет дробовик-потрошитель. Есть такое дело. Мы защищали территорию от монстров и встретили здоровенную тварь. Бой длился не меньше часа, а патроны были на исходе. А тварь все еще не думала отдохнуть. Я дал команду отходить, а сам остался, чтобы задержать монстра, пока ребята отбегут на безопасное расстояние. Отстрелял оставшиеся патроны и швырнул дробовик прямо ему в башку. Так эта тварь стала
колбасит ствол, а на меня ноль внимания. Неси мне мой дробовик, все-таки это оружие спасло мне жизнь. Не вопрос. Погнали за, за дробовиком. Дробовик это всегда хорошо, а только где он? Ё-моё, что далековато. Ладно, ничего страшного. Добежим. Сейчас насобираем на крутую броню. Потом можно пройтись по этим, по флешечкам, улучшить все. Тут, возможно, какая-то тварина будет. Конечно, на всякий случай. Это не дробовик. О. Все. Ну и всего-то делов. Ну это швырнул. Чё ж, она вон в ящике этот дробовик. Кстати, там еще награду надо получить у этих. Вот ладно, по пути. Сейчас, наверное, к свободе пойду, еще их квесты поделаю. Все же бронька нужна. Кашек понасобирался. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга, защитить мир от дробовик вообще легко подошел. Как жизнь? Спокойно. Чем могу помочь, сталкер? Вот и вернул то, что спасил. Пойдем за наградой. Ну. О. Все, бывает. Все, больше ничего нету ни у кого. Задание для меня. Ну? Чего расскажешь, хоро? Чем могу вам помочь? Все, больше нету. Чего расскажешь? Ну, ладно.